Вот у кого слово не расходится с делом. Обещанное оборудование в действии и замена масла в автоматической коробке передач теперь и чистое, и быстрое дело. Мы не по секрету узнали, что вы являетесь первым клиентом бокса «Форсаж», использующим аппаратуру по замене масла. Сколько времени вы меняли масло на своей коробке автомат? Ну, всего по замене масла у нас потрачено было, наверное, минут 15 на замену масла. Полностью 8-литровой мазни МПВ, 8 литров масла. Вот. Плюс аппаратура, которую подсоединяли, еще минут 10. Итого 25 минут. И все. Замену масла. Полностью замену масла. Автомате. Вы знаете, сколько обычно требуется обычному ремонтнику масла, чтобы поменять в коробке автомат? Да, сталкивались мы с этим раньше, ездили на таких машинах. Трехразовая замена масла рекомендуется без аппарата, которого вот сейчас мы получили. Три раза надо заезжать в бокс, три раза надо менять это масло. Очень долгая процедура, очень энергоемкая, трудоемкая. Самое главное... Самое главное по финансовым затратам очень... денежная. Ну а данная процедура? Данная процедура меня как человека, которому я делаю все быстро, стараюсь, чтобы у меня мало времени затрачивалось, сильно весь день загружен. Эта процедура прям меня устроила, я прям был удивлен очень этой процедуре. И из эстетических соображений. Сколько не видел автоматов, ни разу не встречал слюнного отверстия в крышке. А с учетом размеров последней, масло выливается куда угодно, только не в воронку. А эта волшебная коробка от Liquimoly делает все сама. А вот это новейшая разработка в мире смазок от фирмы Liquimoly, подаренная нам боксом «Форсаж». Присадка следующего поколения, создающая тонкий, но чрезвычайно надежный смазочный слой, который обладает повышенной прочностью и не разрывается даже под действием высоких температур и нагрузок, защищая тем самым от износа и повреждения самые напряженные узлы двигателя. Действие. Данная разработка предотвращает выброс лишних веществ в атмосферу, обеспечивает отличную защиту от износа при запуске двигателя и резких изменениях скорости его вращения. Обеспечивает легкий запуск холодного двигателя. Диапазон применения от минус 50, крайний север, до плюс 50, пустыня. При использовании присадки действовать с напором, кстати, да. Как использовать? Использовать как в новых, так и изношенных двигателях. С роторным или поршневым типом. Совместимо с двигателями отечественного и иностранного производства. Дополнительно обладает антистрессовым эффектом, нормализует процесс возбуждения и торможения в центральной нервной системе. При длительном применении не формируется пристрастие и зависимости. Противопоказания. Это самое интересное. Не рекомендуется применять в ручных трансмиссиях и приводах задних мостов. Совместно с снотворным и во время управления автомобилем. Не тестировать на животных. Повторное применение не рекомендуется. Необходимо промывать двигатель после каждого использования присадки. Внимание! Использование данной присадки надолго сохранит поршни вашего двигателя от коррозии. Ну а если серьезно, что это такое? Давайте посмотрим. Мне самому интересно. Вот такая вот присадочка. Наверное, пригодится. Ну а запуск и мощная работа шатунно-поршневой группы, ну, никак невозможно без октан-бустера. Так вот, это высококачественная присадка, ускоряющая прилив хорошего настроения, идеально подходит для разогрева двигателя перед стартом. Рекомендуется к применению командным составом. Мягкий, но быстро ощутимый эффект позволяет применять присадку в необкатанных двигателях, а также в двигателях малой мощности. Комбинация новейших технологий в области разработки присадок гарантирует значительное снижение плохого настроения, а также быстрое поступление продуктов в узлы транспортного средства, отвечающего за улыбки и синхронизацию взглядов на жизнь. Ну и, кстати, оказывает непревзойденное влияние на вечерние и ночные заезды. Ну, мы советуем все-таки после них. И обеспечивает оригинальность протекания мыслей. Разрешается применять наружно, но не направлять на животных и людей. И тут еще рецепт коктейля «Легкий выход». Смешивать в течение получаса 300 мл присадки «Легкий выход» и 750 мл легкоходного игристого. Так что вступайте в клуб анонимных ликвимоликов. Операция по замене масла в коробке автомат для меня лично лет, наверное, 5 назад была сравни пожару. Как сейчас все дело стоит? Неделю назад обстояло то же самое. Просто сейчас вы получили позавчера буквально оборудование по замене масла в коробке. Именно
полная замена масла. Я прошу на этом акцент сделать, потому что, как у нас принято в России, было принято. То есть трехразовая замена масла, сливаем сколько сольется, заливаем сколько дольется, и так три раза. Ну, это большая трата денег, самое главное время. Люди сейчас все заняты, то есть всем как бы вот, ну, приезжают к нам, а сколько времени у вас идет на вот эту процедуру, а вот на этот ремонт? Сейчас мы людям смело говорим, максимум полчаса, это максимум. Это просто к тому, чтобы, ну, заехала, водичка стекла грязная. Ну, почему мы на это сделаем? А так у нас, вот мы, джип первый у нас был, Mazda, ушло минут 15 на все. И еще к тому, что мы как бы разбирались, так как первая машина, разбирались, чтобы набить руку, так скажем. 15 минут времени, а самое главное, что клиента удивило, большая экономия денег. То есть мы просто с ним посчитали, 8 литров у него входит в коробку, из них 6 сливается. То есть 3 раза по 6 литров мы покупаем, плюс мы берем с него за каждую замену масла, то есть 3 раза по, ну, грубо говоря, по 300 рублей. Вот. И так он посчитал, человек дотошный до денег. Я думаю, что все умеют считать свои деньги. Посчитал, что он 1500 рублей сэкономил. Что можно потратить, приобрести другую продукцию фирмы Liqui-Moly. Да, мы сейчас ждем, буквально сегодня, через два у нас придет тоже полная замена тормозной жидкости. Это не надо будет убивать по 40-50 минут, прокачивая в десятках тормоза, когда нога отвалится к концу процедуры. Это все делается тоже быстро, моментально. И плюс к тому, что еще есть большой плюс, будет меняться тормозная жидкость в автомобилях с системой ABS, то есть который невозможно прокачать вручную. Это будет меняться тоже буквально вот на этом же, на таком же оборудовании, тоже в течение 10-15 минут.